Овнер. Овнер. Овне, наверное. Овне. Наш тарелочка снимает, которая зажаривает. Тарелка как будет? Тарелка, не помню. Cups or this? Тарелка. This chicken nuggets go to тарелка. Тарелка, у меня же переводчик есть. Я думала, тебе масло капнуло. Мы ведь как-то проходили же мои рецепты. Нас же учили в школе 8 лет английский. Plate? This chicken nuggets go to plate. Запомнила? Угу. Forget. Убери слово хозяин. Я же написал это. Овне. Овне. As today come Овне to... Как будет квартира? Комната, room, а квартира, house, дом. Come Овне, this is house. Him from is USA. Сегодня? Today. Flying. Представитель ее. Или на самом деле хозяин? Муж как будет? Муж. Ну короче, хозяин. Ну да. Owner, this is house. Это вот дома, правильно. Вот. Самая главная фишка, что он уже 25 лет живет в Америке. Very-very фишка. To owner of this is house live in USA, North America, 25 old years. Understand? Mm-hmm. Understand. Поняла? I am understand too. How to process go to? How go to process? Да, идет. Как идет процесс? Хорошо, движется. Good. Very good. Ask это вопрос. Very much. Much. Очень хорошо. This is water. Кубик. Почти закипел. Отдай мне сюда. It is Галина Бланка. This is Галина Бланка. Chicken soup. Go to water. Open books. Она рвется или как? Ну пополам ее, видишь? А вот так, хоп, она, хоп. Пока... Фишка, Russian фишка. Хопа! This is one or eight little books. And this water. Закипело. Open. Ну там посерединочке такая есть эта штучка. Что ты мне раньше не сказал об этом? Я уже распотрошил. Да. Есть. This chicken soup, this water. Everything? This rice to water. А соль? А соль в этом?
кубики. А, this is... Там все, да, приправы. Soul. Есть, как будет. Mm-hmm. Have, да? Mm-hmm. Yes? Yes. Yes. Как моем будет? Кто? Моем руки. Моем руки. Cleaning. Cleaning rooks. Фуд. А, руки, нет? Оно еще и жирное, прикинь. Hand. Hand это руки? Hand. Hand. Cleaning hands. Полотенчик пойти. Надо сразу мыть, я помню. Cleaning. Сковорода, забыл, как сковорода будет. Сразу же ее надо. Губка как будет? Клининг. Вот, давай я телефон возьму, тебе подскажу. Бери. Бери. Включай. Угу. Короче, нет, стоп, смахнуть надо. Кого? Прям на поле, бери и смахивай. Вот это? Влево. Все. Влево. Вот это. Вот. Ага. Пишешь это. Губка. Короче, сковородка как будет по-английски. Мне нужно знать. На будущее. Сковорода. Пен. Пен? Как ручка. Пен. А вот, ну, их несколько. А-а-а! Сковорода, горячая сковорода. Как? Hot pen. Hot pen! Very, very hot pen! А-а-а! Надо... Cold water play. Open, точнее. А еще знаешь, какое интересное значение сковороды в стиле? Style. Ну, правда, это стиле, да, ты считаешь? Да. Это кастрюля, сковорода. Смотри, одинаково звучит, и кастрюля, и сковорода. Pan. Это pan. Тренинг pan, если я скажу, как ручка, да? Hot pan, еще ручка. Hot. Нет. Pan это буква E, а это pan. А буква. Э. Как в калмыцком языке. Как чистая? Слушай, ну запомнили, хлопка. Конечно, чистая. Конечно. Как будет? Чистая. Сковорода чистая? Да. Сейчас. Зависла. Пен-клен. 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 This good. А чем мы? Ну уже можно было догадаться. Мыть. Клининг. Значит, клен чистая. Ну... Ну ладно. Logics have. Чуть еще посмотрим. Logics have. Chicken nuggets. Готовы как будет? Готовы, сейчас скажу. Готовы. Ready. Ready. Are you ready? Это ты поняла? Это, оказывается, chicken nuggets ready. Готовая еда, нет? Готовая еда. Ну, ready, да, готовая еда. Milk. Go to холодильник. Пряники. Pia. Готовая еда. Как? Preparing food. Это подготовка еды. Подготовка еды. Preparing food. Preparing. Ну, пряники на холодильник. А, пряники мы же хотели сейчас. Так, а рис как проверяется, что он готов? А нужно 20 минут засечь. Засекай. Сейчас 22. Cooking rice. Ну, еще минут 15. Ух ты, блин, не выговоришь, как пряники будут. 15 minutes. Gingerbread. Cooking rice. Смотри. Да. Слово хлеб идет в пряниках. Bread. Ginger. Gingerbread. Да. Видишь, как? This is gingerbread. Да. А мятные как будут? Gingerbread, да? Сейчас покажет. Mint. Ну а что? Mint. Gingerbread, mint. Gingerbread, mint. This. Ну-ка, я умная, это все знаю. Когда это, понимаешь, когда это практикуешь каждый день, оно запоминается все. Ну, в принципе, у нас чикен это готово, да? Да, сейчас. Кипящая вода. Кипящая вода.
Вот так. Пищевая. Пропустила букву, наверное, одну. Пищевая вода. Не понял. Я одну букву не так. Как? Кирасана ин? Кирасана, что это он такой? Ты же написала кипящая вода. Кирасана ин. Да как надо, кипящая. Кипящая. Ну да. Щая. Ну что такое? Кипящая. Пробел. Кипящая вода, ну что? Кипасана. 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 На каком языке what, это можно? What is кипасана? Потому что вода написана неправильно. Да? Water должно выпить. Вот. Boiling water. This rice boiling water. Бурлит. Boiling water кипит. Boils. Boiling water, кипящая вода, а this rice boils boiling water. Ну смотри, подсолнечное. Understand. Или давай я гляну. Understand. This is video. Go to 22 minutes. Время. Yes. Подошло к концу. Time to finish. Thanks to watch. Ставьте как будет. Stand to likes and repost. Repost this is video. This is very very good. I like. Then you stand likes and repost this video. Отправить нас с тобой на курс английского языка. Good luck. Не. Good luck, my friends. Bye. Все. Я планировал записать на 10 минут, блин. Получилось на 22 сейчас. 22, 23 минуты даже. Ну, ты же говоришь, что... Разобью на две части. This is video. Как будет поделить? Ну, this is video two parts. Может, так и есть делит? Делить? Наверное. Все, пока.